Пане Олександре, отже, як в Британії відчувається війна, особливо от в економічному сенсі? Ну, Великобританія повністю підтримує Україну. Великобританія після Сполучених Штатів і Євросоюзу це третя очень большая и существенная такая юрисдикция, которая оказывает Украине наибольшую помощь. Я думаю, что после Соединенных Штатов Америки это вторая страна, которая реально предоставляет финансовую, военную и гуманитарную помощь на сегодняшний момент Украине, и она же оказывает огромную политическую помощь. Великобритания не зависит от поставок российского газа и от поставок иных российских энергоносителей. Поэтому у нас таких больших проблем нет. У нас действительно традиционно высокие цены на энергоносители. Они всегда традиционно выше, чем в Европейском Союзе и во многих других странах, в том числе и в Америке. Но у нас иные компенсационные меры, которые защищают потребителей от растущих цен. Но также Великобритания здесь давно приняла решение, что мы не будем зависеть от углеводородного топлива и будем переходить на зеленую энергетику. Поэтому для нас это не новость, и конфликт на Украине нам только подсказывает, что мы давно приняли правильное решение. Пане Олександре, а чому Україна така важлива для Великої Британії? На самом деле здесь много причин, и одна из причин то, что мы видим очень большую родственность Великобритании с Украиной. Украина стала одна из первых стран Советского Союза, которая стала на путь демократии, на путь рыночной экономики. Мы абсолютно против коррумпированной экономики России, абсолютно против протекционизма, который существует в России. И абсолютно против вмешательства государства, постоянного вмешательства государства в экономику России и использования экономических ресурсов в качестве инструмента шантажа. А Украина – это пример, как этого не должно быть. И британское население это полностью поддерживает. И оно на стороне украинского народа и морально, и духовно. Если хотите, очень интересные вещи, что в англиканских церквях каждая служба обязательно проходит с молебна в поддержку Украины, украинской армии, украинских властей. Это очень важно. Поэтому это показывает, насколько Великобритания вовлечена в процессы, происходящие на Украине. Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и правительство Великобритании считают для себя наивысшим приоритетом оказания помощи Украине в этой войне. Не просто для того, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии, а для того, чтобы она могла победить и освободить свои территории как можно быстрее. Пане Олександре, до речі, чи є дискусії всередині суспільства британського або всередині парламенту щодо ось цієї допомоги? Ну, мовляв, чи не занадто витрачається Великобританія на те, щоб допомагати Україні? Як це, наприклад, вже ми чули у Сполучених Штатах? Є деякі сенатори, ось теж мають критичну позицію. В Великобритании таких рассуждений нет. Великобритания едина в этом, общество Великобритании в этом едино. В парламенте, наоборот, происходят дискуссии, как можно больше помочь Украине. Что еще можно сделать для Украины? Какие военные поставки можно осуществить на Украине? Даже, возможно, в ущерб Великобритании. Потому что мы понимаем, что оказывая такую помощь Украине, становясь с Украиной фактически на один фронт, мы становимся тоже целью российской агрессии и кремлевского руководства. И поэтому нам надо тоже быть готовыми в случае чего отразить агрессию России, если таковая последует. И нам надо быть одним из лидеров НАТО в Европе для того, чтобы стимулировать остальные страны тоже вкладывать деньги в вооружение, в военную технику, в единство блока, для того, чтобы противостоять России.
Это одна из основных задач европейской части НАТО. И здесь у Великобритании, наоборот, ширится кампания по оказанию большей финансовой помощи Украине. Не только военной, но и финансовой помощи на восстановление Украины. И здесь мы очень серьезно обсуждаем пакет финансовой помощи Киеву, Киевской области. Это то, что будет делать Великобритания. Это то, о чем договорился премьер-министр Джонсон и ваш и президент Зеленский. Поэтому я считаю, что здесь как раз Великобритания и Польша – это два самых надежных союзника на сегодняшний момент в Украине. И мы будем, и украинская диаспора продолжает это делать, и политическое руководство, и все элиты. И у нас так принято, что фактически в каждой семье, почти у каждого федерального, почти у каждого кабинетного министра проживает кто-то из Украины. И мы обмениваемся это, рассказываем. И поэтому я считаю, что у нас мы горды тем, что мы помогаем Украине, тем, что мы одни из чемпионов по допомозі Україні на сьогоднішній день. І ми дуже дякуємо вам за це і раді, що дійсно маємо такого потужного союзника. Пане Олександре, а знаємо, що ж Велика Британія також долучається і до європейських санкцій проти Російської Федерації. А як відомо, санкції вони впливають не лише на Росію, а і на європейський континент також. Як санкції, оця відповідь впливає на Велику Британію, на її економіку? Наш торговый баланс с Россией достаточно, относительно торгового баланса с Европой и торгового баланса с Америкой, он совершенно незначительный. И на самом деле, по большому счету, большая часть элит Великобритании не заинтересована в каком-то глубоком развитии отношений с Россией, потому что нам интересны более высокотехнологические страны, страны с рыночной экономикой, открытые страны. Поэтому, во-вторых, у нас введено очень жесткие законодательства по запрету коррупции. У нас работа с Россией практически невозможна, потому что это абсолютно коррупционная страна. А директора компании у нас несут полную фидуциарную ответственность за то, что делают сотрудники за рубежом. Поэтому у нас сейчас в Великобритании стараются больше закрывать бизнес с Россией, чем думать об его открытии. Это как касается финансового сектора, это касается и технологического сектора, и это уже коснулось энергетики. Как бы тяжело British Gas, BP и Shell не было, но им пришлось уйти из России, вывести свои активы и выйти самими из советов директоров, как бы они, их лидеры этих компаний, не были заинтересованы там лично в этом участии. Но давление общества таково, что им пришлось серьезно выбирать. Либо оставаться руководителями своих компаний, либо оставаться сотрудниками российских компаний. Они выбрали европейские ценности. Это очень хорошо. Так, і це абсолютно правильно, пане Олександре. Але от, повертаючись до попередньої теми про відновлення України, ви про це казали. Важливо, щоб в цьому контексті, та важливо, щоб війна закінчилася. Але от на ваш погляд, як і коли вона може закінчитися? Наприклад, Борис Джонсон казав, що Україна за підтримки Заходу військової може успішно завершити цю війну вже навіть до кінця цього року, до 22-го. Чи згодні ви з такими термінами? Мой друг Борис Джонсон – большой оптимист и большой друг Украины, и он действительно хочет скорее завершить эту войну. И я очень хочу завершить скорее эту войну, но я вижу ее завершение через обеспечение Украины тяжелым вооружением и высокоточными зенитными комплексами и авиацией, и частично – это за то, что там часть моей компании, я борюсь за закрытие неба над Западной Украиной, хотя бы над 100-километровым коридором. И мы подготовили уже несколько вот таких очень серьезных репортов, почему это необходимо экономически, в военном плане и так далее. И тому подобное. Я абсолютно верю, что если Украина получит тяжелое вооружение к концу лета,
то я думаю, что самый реальный сценарий, какой мог бы быть, это то, что Украина могла бы к сентябрю взять Херсон. С падением Херсона и Каховки открывается путь на Крым. И я думаю, и это, в общем-то, разделяют многие британские и американские военные на сегодняшний день. Об этом мало говорят, но Крым может быть освобожден раньше, чем Донецк и Луганск. Потому что если там уже Херсон виден в бинокле, и там 15 километров остается до Херсона, я, конечно, согласен с Алексеем Арестовичем, что это расстояние можно проходить очень долго, но его можно пройти достаточно очень быстро. Отступая с Херсона, будет автоматическое отступление из Каховки. Открывается огромный коридор для вхождения в Крым, и там дальше нет ни одной группировки, которая бы стояла между украинской армией и, например, армейским. А дальше там находится 10-тысячная группировка российских войск в Крыму и никому не нужный флот. И я думаю, что для России это было бы великим шоком. Для остальных территорий это тоже было бы хорошим сигналом о том, что Украина все равно вернется. Для местных элит это было бы сигналом, что не надо предавать. Не надо переходить на сторону противника по экономическим или каким-то иным соображениям. Надо бороться. Надо бороться, надо не сдаваться, и можно победить. И второй очередью, я думаю, что даже, может быть, в результате переговоров Россия отдала бы Донецк и Луганск. В самом деле, вы же понимаете, что российская пропаганда сделает все, что Путин победитель. Они скажут там у себя дома, что, ну да, мы проиграли НАТО, но при этом мы не проиграли НАТО, мы не потеряли ни пяди, собственно говоря, своей основной земли. Да, временно у нас отняли Крым, да, временно там мы не можем помочь нашим братьям, там каким-то, их там ненавидят все, и в Донецке, и в Луганске, да и в том же Крыму уже отношение стало совершенно другим. Поэтому они скажут, что ну хорошо, пусть Запад восстанавливает тогда Донецк, Луганск, мы посмотрим, как это все будет происходить. Он начнет искать внутренних врагов, так как он будет говорить, что Россию победить нельзя, Россию можно только предать, враги будут армия, спецслужбы и интеллигенция, как обычно. Ну, русский народ будет находиться опять под этим зомбящиком, под телевизором. Для них начнется лучшая новость. Самая для их сердцу дорогая игра – писать доносы друг для друга и следить друг за другом. Собственно говоря, по большому счету, для нас Украина присоединится к братству цивилизованных стран. Она и так там находится уже. Это будет просто останется какой-то формальный акт. Я думаю, на сегодняшний день НАТО без Украины не обойдется, потому что Украина может приготовить полумиллионную армию на границах с этим постоянным агрессором. И я думаю, что членство в НАТО – это также формальный вопрос. Он был, может быть, как-то задержан, потому что некоторые страны НАТО боялись Россию, боялись реакции России. Сейчас же видят, что это колосс на глиняных ногах, и что в Украину уже столько проинвестировано. И в восстановление Украины будет столько проинвестировано. Ну, посмотрите, вот год за год до, что я тоже был подключен к этой программе, Зеленский делал, ну, правительство Владимира Зеленского делало аудит украинской экономики, украинских возможностей. На триллион долларов нашли возможности для экспорта направлений, порядка 30 программ написали. Сегодня восстановление Украины, по прогнозам кабинета Зеленского, это 600 миллиардов. А я думаю, что это больше триллиона будет. Так. Это огромные деньги. Это новый драйвер для Европы, для европейских инвестиций. Украина – это будет Колондайк. И это то же самое, что было с ковидом, потому что правительство вкладывали огромные деньги в экономику через людей, через социальные программы. И здесь так же самое будет огромное вложение денег, и это будет огромный стимул для экономики.
Поэтому я не верю в рецессию. И нам надо скорее, это победа на Украине, чтобы мы начали восстановление Украины с помощью, или такая помощь, совместная работа будет с украинским правительством. Мы, как ніхто, цього чекаємо, пане Олександре. Спасибі вам за підтримку, спасибі за цей оптимізм. Дякуємо вам, спасибі, що долучилися до ефіру «Єдиних новин». Я нагадаю нашим глядачам, Олександр Темерко, віце-президент Лондонської консервативної партії, канцлер Інституту економічних досліджень у Лондоні, був із нами на прямому зв'язку.